Здравствуйте, в эфире программа «Диалог», и я ее ведущий Дмитрий Подлесной. Сегодня со мной в студии Елена Смирнова, начальник отдела камеральных проверок номер 4 Сургутской налоговой инспекции. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Мы с вами будем говорить об имущественных налогах, точнее о подсчетах, да, которые сейчас завершены налоговой. Ну вот расскажите в целом, каков порядок цифр, стали ли сургутяне богаче, да, намного ли больше налогов они должны уплатить в ближайшее время государству. Добрый день. Инспекция ФНС России по городу Сургуту хотела бы напомнить нашим уважаемым налогоплательщикам о скором сроке уплаты имущественных налогов. То есть инспекции произведены начисления имущественных налогов. Это такие как налог на имущество, налог на землю и на транспортный налог физических лиц. Начисления произведены за 2016 год. В целом начислено 712 миллионов рублей, что больше на 117 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом, с 2015. То есть, если в процентном соотношении, то это на 20%. Увеличение напрямую связано с тем, что в 2016 году налоговые органы Российской Федерации переходили на новое программное обеспечение. В связи с чем сведения от регистрирующих органов в 2016 году не были обработаны. В январе-феврале текущего года сведения за 2015-2016 год были приняты и обработаны. Вот в количестве, насколько больше стало у нас объектов. Значит, увеличение транспортных средств произошло на 17 926 единиц. И, соответственно, на 83 миллиона рублей начислено больше. Увеличение объектов недвижимости на 10 223 единицы. Стало их 89 428 объектов недвижимости. Увеличение суммы налога на 23 миллиона рублей. Увеличение исчисленной суммы налога земельного на 11 миллионов в связи с увеличением объектов земельных участков на 3265 единиц. А вот эту всю информацию по поводу начислений, которые уже подсчитаны в налоговое, каким образом сургутяне получат какие-то традиционные каналы связи, плюсы, наверное, уже какие-то новые, новаторские? Ориентировочно период рассылки назначен на сентябрь месяц. Хотелось бы уведомить налогоплательщиков о том, что в соответствии с федеральным законом 130, с 1 июня 2016 года налогоплательщики, зарегистрированные в личном кабинете для физических лиц, налоговые уведомления не получают. То есть документооборот на бумажном носителе, ну, запрещен. То есть выгрузка напрямую в личный кабинет. Все остальные, кто не зарегистрирован, конечно, получат налоговое уведомление по почте. В случае неполучения до ноября месяца налоговых уведомлений, ну, может быть, там причины разные. То есть однозначно всем будет отправлено, кто не зарегистрирован в личный кабинет. Ну, может быть, по разным причинам они могут не дойти. Рекомендуем обратиться в налоговый орган, в операционный зал, ну, инспекции по городу Сургуту. А каким-то образом по горячей линии можно проконсультироваться, но чтобы, грубо говоря, человек не тратил свое время. Всякое в жизни бывает. Бывают, люди регистрируются на госуслугах, открывают личный кабинет на сайте налоговой, ну, а потом об этом скоропостижно забывают просто. Угу. И они уже и по закону-то не должны ожидать этого письма. Но, тем не менее, они могут пропустить этот момент и в итоге потом нарваться на штрафы. Да, там, как таковые. Вот как-то по каналам связи, по телефону, чтобы не тратить свое время в режиме живой очереди. Есть? Ну, и существует телефон горячей линии, это 8 800 7 двоек, и также можно через госуслуги задать вопрос, да, и можно, конечно, обратиться в операционный зал инспекции. Но в случае, если вы забыли пароль, то необходимо, да, обратиться в инспекцию за сменой пароля, то, чтобы в дальнейшем пользоваться. А по телефону, когда люди консультируются, они тоже должны как-то себя идентифицировать по ИНН, наверное, ну, да? ИНН, и тогда им уже могут сказать... да, фамилия, имя, отчество, если ИНН забыли или нет под рукой, да, это фамилия, имя, отчество, конечно, год рождения. Какого количества владельцев имущества касается вот те налоги, о которых мы говорим? Вообще хозяйствующих объектов стало больше среди физических лиц, кому вы начисляете? Потому что вы говорили о том, что больше стало автомобилей зарегистрированных, квартир, земельных участков, да, а людей больше стало, которые владеют тем или иным имуществом? Так, ну,
Я назвала увеличение количества объектов по плательщикам. А, то есть это все за каждым объектом, там отдельно плательщик закреплен? Да, это количество физических лиц, кому налог предъявлен к уплате. С сентября вы начинаете рассылать письма счастья как таковые, да? Соответственно, какой срок уплаты этих налогов? Да, обязательно об этом нужно сказать. Срок уплаты по имущественным налогам во всей Российской Федерации установлен не позднее 1 декабря. То есть... Ежегодно мы платим налог не позднее 1 декабря текущего года. После 1 декабря наступает какой-то период льготный, когда человек может все-таки еще успеть прийти и без каких-то штрафных санкций заплатить или нет? Нет, у нас уже со 2 декабря начисляется пени. А порядок начисления пени, если не секрет, каков? Ну, 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. А какие каналы уплаты сейчас существуют вживую? То есть там какой-то кассовый расчет идет или можно, допустим, через банк каким-то образом дистанционно оплатить? Ну, с налоговым уведомлением вы можете через банкоматы, через отделение банков, через личный кабинет. То есть всевозможные... Так или иначе, вот по данным налоговой, по крайней мере, политики, представители власти, местной, муниципальной, да и окружной, определяют, насколько мы богато живем, условно говоря, да, соответственно, каким образом можно говорить о развитии нашего региона, о том, что касается нас кризис или нет. Вот вы говорите о том, что увеличилось, причем кратно во многих аспектах, количество объектов недвижимости. Можно ли говорить о том, что мы выходим из кризиса и, правда, город становится немного богаче? Проведя анализ на сегодняшний день, можно отнести увеличение только в связи с тем, что у нас не было приема сведений в прошлом году. Потому что сказать, что какие-то более дорогостоящие автомобили стали, нет, они в принципе по градации те же самые. Просто их увеличилось количество. А насколько эта информация, которую вам передали уже там в рамках новой системы, она корректна? Ведь, грубо говоря, за 2 года многое могло произойти в жизни налоговых резидентов. Да? Отчуждается имущество различными каналами, попросту продается. И, например, если говорить о транспортных средствах, сейчас по закону ведь нет необходимости фиксировать продажу своего автомобиля в ГАИ. К вам все равно информация придет. Вот в таких уникальных ситуациях что людям делать? Потому что они, грубо говоря, могли там на момент начала прошлого года не владеть машиной, а вы им пришлете в сентябре этого года уведомление, что им нужно уплатить налог за весь год. В таком случае, если при получении налогового уведомления обнаружено то, что объект в налоговом уведомлении по объекту исчислен налог, существует в налоговом уведомлении на второй странице, как правило, отрывной корешок, который заполняется и направляется по почте, либо опять-таки в инспекцию. Если это в личном кабинете, то пишется обращение через сервис «Личный кабинет». То есть мы, конечно, сразу же реагируем в течение 20 дней. Мы обязаны ответить налогоплательщикам. Даже раньше отвечаем, ну, в пределах 2 недель. То есть совершаем запрос и, соответственно, если подтверждается снятие, да, объекта недвижимости или это транспортного средства, производим перерасчет и даем уже полный развернутый ответ с новым налоговым уведомлением к уплате. Но фиксация вот этих моментов передвижки права имущества, оно с точки зрения налоговой, на какую информацию вы опираетесь? Грубо говоря, на договор купли-продажи, который есть на руках у бывшего владельца транспортного средства или все-таки нет? Ну, к сожалению, да, для налогоплательщика на договор купли-продажи мы не опираемся. Мы в соответствии с налоговым кодексом, 85-я статья налогового кодекса, обязаны руководствоваться сведениями регистрирующих органов. В случае, если гражданин продал по договору купли-продажи транспортное средство, это еще не значит, что оно снято с данного, ну, с гражданина, который продал транспортное средство, снято оно с учета. То есть необходимо, насколько мне помнится, на сайте ГИБДД есть такой сервис, что можно по идентификационным данным транспортного средства убедиться в том, что снято это транспортное средство, либо нет. А еще какие-то споры возникают у сургутян по имущественным налогам? Ну вот, например, по порядку исчисления налога на квартиры, на имущество, недвижимое. В связи, были ведь какие-то перестановки прошлые годы, да, по поводу как раз порядка начисления. Соответственно, да, люди обращаются по этому поводу. И таким же образом им нужно поступить, то есть вот отрывной корешок и направлять вам информацию, или да, как-то иначе? В случае несогласия, допустим, хочу сказать, что с 1 января 2015 года, да, округ наш Ханты-Мансийский перешел на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости.
в случае, если это у нас кадастровая стоимость является налоговой базой, от которой мы исчисляем налог, в случае, если граждане не согласны, налогоплательщики, да, не согласны с ее размером, извиняюсь, необходимо на сайте Росреестра, там есть возможность ознакомиться, как можно обжаловать данную стоимость. Конечно, если написать нам о том, что мы не согласны, мы не представляем интересы третьих лиц. То есть за свое имущество вы только можете сами обратиться в Росреестр. Поэтому ознакомиться с этим можно и рассмотреть в Росреестре возможность пересмотра данной кадастровой стоимости. И дальше, если уже в положительном для человека ключе решается этот вопрос, они уже с некой новой выпиской из Росреестра обращаются к вам, и тогда возможен пересчет налога. Да, сведения от Росреестра в случае изменения стоимости поступают, на основании чего мы производим перерасчет и опять-таки вручаем налоговое уведомление с новыми суммами к уплате. Большое спасибо за откровенный разговор. Это была программа «Диалог». До встречи в эфире.